take a step. Всем привет, друзья, с вами Мама. Зацените новую форму. И я хочу вам, ребят, сказать, что сегодня ролик я начну с того, что я вас попрошу на данный момент не заходить в комментарии, пока я вам об этом не скажу. Потому что если вы зайдете прямо сейчас, вы словите лютый спойлер. Давайте лучше не будете этого делать, чтобы ролик для вас был куда интереснее, потому что в этом ролике вы можете реально внести вклад в изменение игры. И вы узнаете, о чем я говорю, прям буквально-таки сейчас, в ближайшее время. Обязательно не забывайте подрубать мой код ММА. И мы начнем с того, что сегодня я вам покажу 4 гаджета. Я думаю, ну не только я, многие вам их покажут, но есть возможность, ребята, проголосовать за 2 лучших, и тогда вы их увидите в эту пятницу. Вы можете выбрать, какие гаджеты выйдут в этой пятнице, и вы сможете найти их и покатать на них. Это будет очень круто, и формат реально топовый. Так что пока до сих пор в комментарии не заходите, пока еще команды не было. Но я знаю, многие нарушат это правило, но вы же сами себе обломаете весь интерес. Так что потом не плачьтесь. В общем, погнали. Начнем мы с того, что я вам буду сначала показывать картинку, потом вы попытаетесь ее угадать. И как бы, если вы комментарий там где-то чекали, то в принципе этого интереса у вас и не будет, и я вам не завидую, потому что если вы этого не делали, то это будет очень прикольно. Давайте начнем с первой. Это самая простая тема, я думаю, многие ее разгадают, но все же я по формату обязан это сделать. Попробуйте угадать, что же это за гаджет на какого персонажа. Ну, я думаю, что многие на изи это вычислили, даже не заходя в комментарии. Но если вы их до сих пор не чекали, комменты не открывали, то дальше для вас будет реально сложно. И это гаджет на Ниту, ребята. Это гаджет на Ниту. Правда, здесь есть тема, она еще в доработке. 35% защиты на 3 секунды. Давайте проверим, насколько крут этот гаджет. Потом все 4 мы проверим, и у вас будет возможность принять решение, какой же гаджет имеет право выйти на этой неделе, за какой вы будете топить, голосовать. Так что давайте любой футбол поставим и погнали, проверим, насколько он хорош. Тут, кстати, боты нормально атакуют, так что будет, я думаю, неплохо. Еще бы накопить на него. Прилетел одиномайк. Чего там Тина творит? Давайте посмотрим. Я только накопил на мишку. И его размотали. Все, мишка есть, давайте проверим. Ну, Динамайк это не тот перс, который хорошо бы атаковал. Вот, смотрите, ребят. Перезарядочка, да, теперь пошла. Давайте на новую накопим. Я бы сказал, что гаджет прикольный, но не лучше стана. Чего? Двойной прыжок от Динамайка бота, вы видели? Серьезно. Давайте вот посмотрим. Блин, ну там Тина со своей ультой не дал даже нормально посмотреть, как он вообще воспринимает атаку. Меня просто бомбануло. Давайте вот посмотрим. Короче, как-то так. Этот чит, он в принципе неплохой. Но лично мое мнение, что станчик по-любому будет круче, так что погнали к следующему персу, и потом я вам в конце расскажу, что же там в комментариях вас такого ожидает, чего нельзя было увидеть сразу, если вы, конечно, выполнили, так сказать, мою просьбу и не заходили туда. Следующий наш значок, давайте я вам его показываю. Вот здесь уже будет посложнее, если вы, конечно, не делали никаких погрешностей, не заходили в комментарий. А, ребят, это не ульта Шелли, подумайте, что это может быть. Если вы угадаете, реально несмотря, то вы реально лютые красавы. Это гаджет на Дэрила, и вы не поверите, что он делает. Давайте я вам сейчас его покажу.
Бочка со смолой. Дэрил создает вокруг себя замедляющую область, которая держится 4 секунды. То есть, если вы кого-то поймаете, залетите на него так, сказать, на хорошее положение, чтобы доставать его прям плотненько, еще и можно сверху заморозить, это будет что-то опасненькое. Особенно, если это режимы, допустим, 3 на 3 без осады и сейфа. Там, где атаковать не нужно никакие станции. Давайте посмотрим, как это работает. Смотрите, мы залетаем, подрубаем. Ты, они просто... Такие цепочки, как метатели, для меня просто теперь пушечное мясо. Потому что они теперь даже от моей атаки не отойдут. Я думал, теперь он двойной прыжок сейчас опять замутит. Кроу, токсик, не забивает, смотрите, токсик какой. Типичный рандом, который мог забить, но не забил. Окей, давайте еще раз проверим. Смотрите, как морозит. Помимо этого, вы же можете заморозить того, кто еще и там, допустим, не особо опасен для вас. Но с рядом с вами там будет какая-нибудь шелли, которая ультанет по замороженным, который очень медленно ходит. И это будет просто пипец. Смотрите. Крутой гаджет. Как думаете, стоит ли за него голосовать? Напомню, из 4 гаджетов голосовать нужно будет за 2. Вот именно они и выйдут в эту пятницу. Так что едем дальше. До сих пор, ребята, не заходите в комментарии. Мы еще не дошли до самого важного момента, который вот-вот уже почти будет. Но погнали дальше. Я думаю, дальше будет для вас куда еще интереснее. И вот она, следующая картиночка. Я думаю, что честным способом, не подглядывая никуда и так далее. Ну вот я лично никогда бы в жизни не угадал, что же это за гаджет. Посмотрите вот сюда. Как вы думаете, что это? Окей, время истекло. И давайте я вам покажу, что же. Это у нас Спраут. Картинку забыл убрать. Пересадка. Спраут мгновенно заряжает супер, убрав созданную им преграду до этого. И функционал прикольный, но как же Спраута спасает хилочки, когда ты кушаешь кусты? Давайте проверим все-таки этого персонажа с этим гаджетом. И остался еще один, но я его оставил специально на финалочку, потому что я думаю, что это прям люто сумасшедший гаджет. И потом я, конечно же, вам свое мнение расскажу тоже. Несомненно. Функционал, допустим, такой. Как же примерно вам его описать? Давайте ланч сейчас добьем, чтобы не мешался. Допустим, вы, обороняясь, чтобы Дэрил не прошел, закрыли свою сторону. И теперь уже ваши тиммейты вышли. Допустим, стенка это уже начинает мешать, но ульта бы пригодилась. Вы просто тратите гаджет и накапливаете на новую, чтобы снова закрыть. И если что, будет возможность дополнительно как-то переставить. Бывают такие моменты, что криво поставили бы, что-то еще не так пошло. Но я бы не сказал, что этот гаджет намного лучше своего предыдущего соплеменника. Так что, сложный вопрос. Вот, допустим, смотрите. Вы тут перекрыли и поняли, так, блин, я тиммейта свою закрыл. Бац, вы заюзали, у вас есть снова ульта. И вы можете снова переставить стеночку. Это, конечно, очень круто, потому что вы в какой-то момент можете просто в секунду это сделать. И, может быть, это зарешает катку, но... Но таких моментов не так уж и много в игре, когда вы прям думаете, что, блин, вот эта ульта мешает, а вот другая бы срочно меня бы спасла. Куда больше такие моменты происходят, когда вам тупо не хватает хп, и вы просто кушаете кустик, спасаете себе жизнь, спасаете жизнь своим тиммейтам, может быть, там сторону не потеряете, или все гемы не сольете. Поэтому этот гаджет прикольный, но лучше ли он старого? Вот это хороший вопрос. Самое главное, до сих пор, если вы не зашли в комментарии, сейчас вот... Блин, ну я реально офигел вот не только с картинки, не только с того, что я не угадал этот гаджет, но и в целом с того, что он вообще творит. Так что погнали, остался 4-й финальный, самый сладенький гаджет, по моему мнению. Попробуйте просто распознать вот этот кипиш. Что же это такое? Крутящий момент, тут какой-то то ли колокольчик. Вот даже знаю, что это за гаджет, я все равно не могу сказать, что же вот это за...
такой вот рисунок. Хотя не, в принципе, я уже догнал. Там просто чуть он перевернутый, да, специально замануха такая. Ну, ребят, если вы не угадали, то смотрите сюда. Это Би, ребята, это гаджет на Би, потревоженный улей. Би выпускает группу сердитых пчел, 3 штучки, которые наносят тем больше урона, чем дальше разлетаются, максимум 1000 урона. То есть она начинает вот такой вот небольшой круг, вот так вот начинает крутиться и раскручивается, и в самом конце прилетает лютый дамаг. Этот гаджет, по моему мнению, даже несмотря на то, что мы еще его не тестили, он заслуживает выхода в эту пятницу, так что за него голосовать лично я по-любому буду. Давайте затестим его, я вам покажу, что он творит. Let's go! Нам нужны, чтобы они все вместе как-то вышли. Ладно, чё я вас буду дразнить? Давайте сейчас это сделаем. Смотрите. Смотрите, что делают пчелочки. Ай, не дожил. Это важный нюанс, что надо еще и жить. Но она бьет даже через стеночки. Тут боты немного буйные просто. А летают сразу втроем. В то время, когда мои там еле передвигаются. Ладно, смотрите. Видели, что творит? Но, блин, а тут очень быстро все передвигается, все динамично. Это, кстати, хороший нюанс, потому что я до этого тестил в пещере. И там немного все по-другому было. Там куда проще. Но я думаю, если разогнать чисто 1 тычку, хорошую такую. Не дают. Не дают и перца. Давайте я вам сейчас покажу именно моменты, те, которые я видел в пещере. А потом уже разберем вот сам нюанс его в реальных боях. Нюанс заключается в том, что там боты, ну, не всегда помогают тебе. Но вот эти трое всегда будут лупить тебя. Давайте я покажу гаджет, который вообще хотел бы этот показать вам. Смотрите, примерно как это работает. Просто что она делает? 10 кавронов в секунду, если бы вокруг вас стояло бы вот столько роботов. И как видите, чем сильнее она разгоняется, тем больше дамага. Смотрите, под конец вообще по косарю бьет. Смотрите, через стеночку. Просто робота добили. Это гаджет реально сумасшедший, мне кажется, что он достоин того, чтобы выйти в эту пятницу. Если вообще выбирать среди всех этих 4 гаджетов, то я бы, наверное, выделил именно этот. Потому что, ну, то, что там творится с ботами, я вам показать нормально не смог. Но, представляете, Би и так люто накидывает, так еще и вот через стенку застилить может любого. Она и так заставляет постоянно прятаться. Конечно, ее первый гаджет, он тоже крутой. Но есть нюанс, что не всегда бои вот именно у стенок и так далее. Не всегда они помогают, но эта тема сумасшедшая. Теперь же, ребята, если вы дожили до этого момента, когда я вам говорю, что комментарии можно чекнуть, но вы до сих пор не чекали, то вы лютые красава. Если не сдержались, то фиг с ним. Я вас понимаю, а это было, возможно, интригующе. Тем более, когда что-то говорят не делать, делай всегда наоборот. И я почему это говорил? Потому что я в комментариях оставил 4 таких сообщения. Они будут называться немного странно, но эта тема, она из ММА. То есть, когда, допустим, Хабиб там дрался, пишут «Вар Хабиб». Это значит то, что, ну, типа, ты репостишь эту тему, и значит, ты за него болеешь. То есть, «Вар Хабиб», значит, ты за него. Там «Вар Агейдж», значит, ты за него. Так вот, я оставил 4 комментария. Это эти персы, которые Нита, Спраут, Дэрил и Би. Каждый с «Варм». То есть выбирайте, за кого вы будете топить. Мне бы интересно было чекнуть это в комментариях под моим роликом. Но еще не забывайте, что нужно перейти в Brawl Stars Twitter, основную страницу, и там проголосовать. Не знаю, опрос открыт уже или нет. В любом случае, он там уже будет, когда вы смотрите этот ролик. Я думаю, что должен быть. Ну или как минимум к концу. И после этого, ребята, мы там подведем итоги, разработчики подведут итоги, и уже тогда будет понятно, какие же гаджеты выйдут в пятницу, так что обязательно лайкните комментарий, за который вы будете болеть. Мое мнение, что Би топ-1, Дэрил топ-2, а по Спрауту и по Нити
Ну, 3-4, в принципе, там не особо важно. Я думаю, что эти гаджеты, ну, лучше пусть, если выйдут, то в другой денек, потому что Би и Дэрил реально очень такие эксклюзивные топовые гаджеты. Поэтому будем на этом подводить итоги. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Надеюсь, он вам был интересен. Если понравился, закидывайте лайк. Всем удачи, ребята, и всем пока!